зовут Наумов Алекс, и сегодня я расскажу вам, как играется песня Филиппа Реннера «Я в тебе». Начало этой песни вы можете услышать, как играет клавишник на электропиано. И гармония там такая, ля минор, соль, фа мажор, и опять соль. И это куплет. Здесь Филипп начинает петь. После того, как Филипп спел куплет, идет небольшой тихий такой проигрыш на гармонию фа, ля минор и соль. И после первого куплета гармония немного изменяется, и вы уже играете и начинаете не с ля минора, а с фа мажора. Вторая электрогитара, я там включаю кукушку, включаю дилей и вдалеке играю такую партию. Здесь у меня звучат ноты до, нота соль и нота ре. Это все звучит очень объемно с ревером, поэтому вы можете уже сами экспериментировать. Окей, после этого звучит второй куплет на ту же самую гармонию ля минор. Здесь уже активно играет барабан. Вот. И после этого идет нарастание, и вы играете такую гармонию фа. Соль. Дальше играете, то есть здесь вы играете первый раз фа, ля минор и соль. Второй раз то же самое, фа, ля минор, соль. За третьим разом вы переходите на ре минор, ля минор и до мажор с басом си. И за четвертым разом опять фа, ля минор и соль. Все вместе это звучит так. Здесь вы нарастаете вместе с барабаном. Заканчивается часть перед припевом, в котором мы нарастаем, и пошел припев. Таким образом заканчивается часть, в которой вы нарастаете, и идет припев. В припеве вы начинаете играть первый аккорд фа, второй аккорд ля, дальше соль. По сути, идет та же самая форма, в которой вы и нарастали. Последний аккорд на три удара. Окей, и
Далее идет тихая часть, и там вы играете первый аккорд ля, аккорд соль, аккорд фа. Ну, это уже тихая часть песни. Я знаю, что все, кто эту песню переигрывают, не всегда играют эту часть, поэтому вы тоже можете придумать что-то свое. Но эта часть просто тихая, когда люди спокойно поют эту песню. Вся гармония в песне. Единственное, я покажу вам более подробнее, точнее, как я именно играю аккорды. Я не люблю в таких песнях играть трезвучие, типа... Звучит довольно по-школьному, как я это люблю называть. И здесь я играю немножко более шире. Например, первый аккорд ля минор. Я не играю его как ля минор. Я открываю третью струну и играю ноту соль на третьем ладу. У меня получается ля минор септ. Второй аккорд соль, я не играю его как просто соль. Я добавляю ноту до на второй струне первом ладу. И тоже получается довольно широко. Аккорд фа мажор, в котором, казалось бы, нет открытых струн, я играю немножко по-другому. Первый палец, третий палец у меня стоит на четвертой струне, третий лад. Третья струна соль открыта. На второй струне я играю одну ноту и первая струна открыта. Все вместе фа у меня звучит таким образом. И опять соль. Вместе звучит так. В эту гармонию добавлять какие-то свои идеи, но основа песни именно в чередовании этих аккордов и каких-то дополнительных нот. Окей. И в целом это все. Продолжайте смотреть мои видеоматериалы и